Джамбалаев. Сегодня хочу снять коротенькое видео на тему новых маховых удилищ Далекс Фьюжн, которые у нас появились на рынке России и Украины. Что это такое? Наверное, все знают уже полюбившуюся многим рыболовам итальянскую палку Мавер Фречи. Она была снята с производства не так давно. И сами регласовцы предложили перевыпустить это удилище, потому что оно пользуется спросом. Но перевыпустить не под маркой Мавер и, соответственно, не под Фречи, а придумать что-то другое. И вот решили выпустить удилище под маркой Италикс. Назвали модель Fusion, которая является полностью идентичной Мавер Фречи. Сегодня у нас на обзоре две семерки. Это семерка Фречи и семерка Италикс Fusion. Мы ее измерим, попробуем ее нагрузить, чтобы вы посмотрели строй. А подробные технические характеристики, диаметр каждого колена и так далее, вы сможете прочитать и посмотреть фотографии на сайте Multifish в разделе «Обзоры и советы». Давайте сначала взвесим семерки и посмотрим, в чем разница. Так, взвешиваем Италикс. Давайте пробочку снимем. Ничего не задевает. 236 грамм. И взвешиваем Фречи. Тоже 7 метров. 241 грамм. Ну, 5-7% от веса удилище из партии в партии может играть в любую сторону. Это считается нормой в любого европейского производителя. Ну, дальше мы сейчас разложим, посмотрим реальные длины этих удилищ. Ну, вот мы разложили Фречи 7 метров и Фьюжн 7 метров. Вот смотрим. Ну, точную длину сейчас померим метром, скажем. Ну, вот разница практически идентична. Ну, тут 2 сантиметра, наверное, хвостик. У Fusion даже чуть подлиннее. Ну, вот давайте посмотрим. Даже по стыкам всех колен, смотрите, абсолютно идентичные удилища. Вот они, стыки. Абсолютно идентичные. Видите, в одном, абсолютно в одном месте стыки находятся. Просто два брата-близнеца. Ну вот, смотрите, это Italics Fusion 7 метров. Вот мы его нагрузили. Держу достаточно жестко вверх тяну. Ну вот строй, как вот есть, он средне-быстрый, так и есть. Сейчас Фречи сделаем. Теперь у нас в руках Фречи 7 метров. Ну вот, как вы можете увидеть, один в один. Ну вот, коротенечко мы сняли короткий обзорчик по Фречи и Фьюжену. Повторюсь подробно, кому интересно, замеры всех колен, хотя вы видите, что все идентично, это два брата-близнеца, абсолютно, просто надпись другая. Это та же Фречи, просто продается за меньшие деньги. Но тот же завод Реглас, та же Италия. Вот кому интересно более детальные характеристики, диаметр каждого колена и так далее, все это вы можете прочитать на сайте магазина Multifish, раздел «Обзоры и советы». Всего доброго и до новых встреч!